Жители 7-го и 7-го А микрорайонов наконец дождались пешеходного перехода. Оборудовать зебру на улице Зурабова горожане просили администрацию несколько лет. Отчаявшись, люди даже самовольно разместили здесь дорожный знак. И вот в управлении ЖКХ устранили проблему. На проезжую часть нанесли разметку и установили уже законные знаки. Теперь на этом участке дороги пешеходы больше не будут нарушать правила движения. В ГИБДД города Ангарска неоднократно поступали письма от граждан с просьбой организации пешеходного перехода на улице Зурабова между 7-м А и 7-м микрорайоном, так как поблизости находится детское дошкольное учреждение, а также школа номер 4. До этого единственная зебра находилась в 100 метрах отсюда, на перекрестке с Ангарским проспектом. А после появления кольцевой развязки на улице Троицкой транспортный поток здесь значительно вырос.